русский язык, постановка звука рэп, логика внимания, память. Работа с буквами. Сначала записываем простым карандашом, потом прорабатываем цветной ручкой. Если вам надо запомнить стихотворение, а ребенок плохо учит, попробуйте подключить движение. Перекидывайте с мячиком. Грамматический слух, звукобуквенный анализ. Пожалуй, никто, кроме логопедов, только не уделяет внимания этой теме. Дети даже с минимальными дизартическими проявлениями, они требуют совершенно другого подхода. Здравствуйте, дорогие коллеги, здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, Елена Александровна. Здравствуйте. Приветствуем вас всех, коллеги, на нашей платформе Мерсива. Сегодня мы будем вести вебинар, и я, Суслова Екатерина Александровна, и Елена Александровна Дробышева. Да? И да. Вебинар наш очень интересный и посвящен он. Так, все нам видно, слышно, коллеги? Эльвир, все нас видно и слышно, чтобы мы... Что-то такое гудит. Здравствуйте, все здороваются, коллеги. Вижу все города, которые нас приветствуют. И Кемерово, Иркутск,
Донецк, Луганск и Пенза. Всех вижу из Саратов, Саратовская область, Волгоград, Ленинградская область, Москва, Московская область, коллеги. Все, Ангелина написала, что да, все хорошо. Спасибо, Эльвир. Так вот, коллеги, сегодня у нас премьера материала, который очень востребованный, очень долгожданный. И мы, соблюдая верность традициям МИРСИБа, сделали конструктор рабочих программ для логопедов основной школы. И сделали его таким образом, чтобы вам максимально просто и легко было составить довольно сложный документ, конструктор рабочих программ. Елена Дробышева во главе этого процесса, она, зная все последние современные требования и тенденции, начинила, так сказать, эту программу самыми необходимыми и важными документами. Хочу предоставить слово Елене, чтобы она себя представила, коллеги. Мы с Еленой давно сотрудничаем, не первый документ делаем. Думаю, что у вас есть опыт использования и положительные результаты. Вот. Елена представит себя и представит тот материал, который она сделала. Елена, давай. Добрый день, уважаемые коллеги. Я рада вас приветствовать на нашем сегодняшнем вебинаре. Спасибо, Екатерина, за предоставленную возможность. И отдельная благодарность компании МИРСИБа за возможность делиться опытом своей работы и создавать комфортные условия для специалистов в плане разработки документации. Да, действительно, я Дробышева Елена Александровна, я давно уже сотрудничаю с компанией МИРСИБа. Я учитель-логопед, дефектолог высшей квалификационной категории. Я директор научно-практического центра «Общественная дипломатия», федеральный эксперт в сфере инклюзивного образования, стаж работы 30 лет. И уже с недавних пор я являюсь главным внештатным дефектологом Министерства образования и науки Республики Мари-Эл. И, конечно, вот тот продукт, который сейчас вы видите на экране, который представила Екатерина, действительно не первый. Это уже пятый по счету интерактивный конструктор, который я разрабатывала вместе со своими специалистами. Дело в том, что первые четыре конструктора получили достаточное признание, и многие пишут и в компанию МИРСИБа посредством сообщений электронной почты, и мне на электронную почту приходят сообщения. И действительно, я очень рада, и я так думаю, что и вся компания МИРСИБа рада, то, что наши продукты помогают вам, облегчают жизнь и, собственно говоря, дают возможность безболезненно, грамотно разработать ту документацию, которая необходима. Учитывая то, что первые четыре конструктора были разработаны для обучающихся с ОВЗ и, собственно говоря, специалистов коррекционного профиля, те, которые работают в начальной школе. Первые четыре конструктора действительно были предназначены для обучающихся с 1 по 4 класс, но, возможно, это было большее количество лет обучения в начальной школе, учитывая то, что у ребенка может быть разные, могут быть разные нарушения, может быть любой вариант обучения. Конструкторы уникальные, и они предусматривают несколько путей, ровно столько, сколько вариантов обучения у детей с ОВЗ. И очень хорошие отзывы мы получили, но мы также получили и запрос, то, что специалисты коррекционного профиля хотят видеть интерактивный конструктор для обучающихся основной школы. Ну, собственно говоря, мы охватили обучающихся с ОВЗ с 5 по 7 класс, потому что те конструкторы, которые предназначались для начальной школы, а там был конструктор индивидуального маршрута школьника с ОВЗ, и три конструктора для логопеда, психолога и дефектолога. И, собственно говоря, конструктором для дефектолога пользовались даже учителя, которые составляли коррекционные программы для своих учеников. Ну вот сегодня мы рады вам представить новый интерактивный продукт. Это конструктор рабочей программы учителя-логопеда основной школы. Сейчас я с огромной радостью покажу, как эта программа работает. Все ваши вопросы попрошу писать в чат. И я постараюсь на эти вопросы в конце вебинара
ответить. Также я прошу, Елена Александровна, я тогда, чтобы не мешать, не отвлекать сейчас, выключу камеру, буду внимательно слушать, да, и фиксировать вопросы наших специалистов. Пожалуйста, коллеги, наблюдайте за тем, как можно построить программу, какие документы можно из нее получить весело, легко и непринужденно. Вот. А в конце мы с вами еще раз встретимся, чтобы я вам поподробнее рассказала, как можно воспользоваться этим материалом, каким образом его можно приобрести. Да, Екатерина, я попрошу вас написать мой электронный адрес, чтобы слушатели могли ориентироваться. Если они хотят задать вопрос не в чат, пусть пишут на электронную почту, которая у них возникла. Да, это итак, большой великодушный поступок. Елена Александровна дает свою электронную почту. Коллеги, можно уточнять, обращаться. И Елена всегда очень оперативно отвечает на вопросы. Все, не перебиваю, слушаем все вместе. Спасибо большое. Итак, уважаемые коллеги, мы приступаем с вами к алгоритму работы с данным интерактивным конструктором. Когда вы приобретаете эту программу и загружаете ее на ваш компьютер или ноутбук, у вас появляется, собственно говоря, вот такое окно, и вы уже начинаете вносить туда данные своих подопечных учеников, потому что те дети с ОВЗ, которых вы сопровождаете, которых в частности учитель-логопед сопровождает, у них у всех есть заключение по МПК. Поэтому вы видите здесь две вкладки – дети и педагоги. Ну, собственно говоря, давайте с вами просто попытаемся добавить ребенка. Вот здесь вы видите в левом верхнем углу есть кнопочка «Изменить». Вы ее нажимаете и вносите данные. Ну, давайте представим, что сегодня мы будем разрабатывать с вами программу на Петю, к примеру, Волкова, вы можете вносить полностью имя, полностью фамилию. И давайте представим, что этот Петя у нас рожден 5 июня 2012 года, потому что это уже основная школа. Вы выбираете по календарю дату, отмечаете, что это мальчик, естественно, вносите данные родителей. Я просто поставлю многоточие, потому что нужно заполнить все окна. Вносите свои данные. Давайте представим, что у нас логопед – это Иванова Марья Ивановна. Когда вы вносите фамилию и инициалы ваши, вы можете внести полностью фамилию, имя, отчество. Обязательно нажмите кнопочку «Создать нового». У вас появится вот такая красивая Марья Ивановна. Вы нажмете на эту Марью Ивановну и, собственно говоря, обязательно нужно нажать кнопку «Сохранить». И вот эта Марья Ивановна у нас появляется вместе с именем и датой рождения ребенка. Уважаемые коллеги, каждое ваше движение должно заканчиваться вот такой командой. Вы обязательно нажимаете на кнопочку «Сохранить» для того, чтобы эти данные сохранились. И, собственно говоря, мы с вами начинаем идти по вот таким вот страничкам нашего конструктора. Обязательно на каждой страничке нажимаете кнопочку «Заполнить». На первой странице у вас открываются установочные данные. Вы начинаете их заполнять. Учитель-логопед у нас уже здесь отражен, сверху имя ребенка и дата рождения отражены, и дальше вы начинаете заполнять вопросы, отмечая вариант в всплывающем окне. Всегда смотрим на синий квадратик. Например, у вас дан вопрос: разработка данной программы необходима для кого? Нажимаете, и вам высвечиваются нозологические группы. Сразу хочу пояснить коллегам, что мы предусмотрели несколько нозологических групп и варианты обучения. Все дети с ОВЗ, кроме тотально глухих и тотально слепых, потому что там есть специфика работы, но мы охватили слабослышащих или поздно оглохших, слабовидящих и так далее. Вы все это видите на экране. Давайте сегодня представим, что мы будем разрабатывать программу для ребенка с тяжелыми нарушениями речи. Обязательно нажимаем кнопку «Сохранить», потому что то, что вы отметили, оно у вас появится в установочных данных. В любом случае, видите, у нас уже это все появилось. У всех детей с ОВЗ, когда вы видите заключение по МПК, даже в основной школе, в любом случае у нас указан вариант обучения, поэтому мы выбираем, что это вариант 5.1, нажимаем также клавишу «Сохранить», и далее у вас следует вопрос, имеет ли этот обучающийся сочетанные нарушения. У нас есть такие детки, которые имеют сочетанные нарушения. Но давайте представим, что если он это имеет, то тогда вы нажимаете кнопочку «Да», и у вас
появляется окно. Вы указываете характер сочетанных нарушений. Но, как правило, дети, у которых вариант 5.1, этого не имеют, поэтому вы нажимаете кнопочку «Нет», и у вас данная строка пропадает. Отмечайте класс, в котором обучается ребенок. Давайте представим, что это 5-й класс. Сохраняем. К примеру, это 5-й А. Указываем аббревиатуру. Я просто пишу, что это МОУСОЖ и так далее. Вы указываете аббревиатуру вашего учреждения, в котором вы работаете. Ну и давайте представим, когда наш ребенок начал обучаться. Ну, к примеру, если это 5-й класс, то тогда мы знаем, если 5-й – это 22-й год, и, соответственно, убираем дальше, там 21-й, 20-й, 19-й, 18-й, то наш ребенок пришел в образовательную организацию 1 сентября там, 18-го года. Если ребенок поступил уже в более поздние сроки, то тогда отмечайте ту дату, когда поступил ребенок. Поэтому в любом случае, когда вы это нажмете, у вас все это отразится. И мы знаем, что если у нас ребенок с тяжелыми нарушениями речи, то возможно, он будет оставлен на повторный год обучения на логопедическом пункте, на второй год обучения на логопункте. Может быть, потом он еще продолжит обучение, но в любом случае мы это отмечаем. Далее, форму обучения, которая указана в ПМПК, вы ее обязательно отслеживаете и отмечаете. Как правило, у детей с ТНР это очная форма обучения, но, может быть, ребенок находится и на заочной, либо на индивидуальном обучении. Тут все предусмотрено, поэтому вы можете это отметить. Естественно, если это ребенок с ОВЗ, то в создании специальных условий он нуждается. Но есть такие дети, которые не нуждаются и которым действительно по рекомендациям специалистов ПМПК рекомендовано продолжить обучение по общеобразовательной программе. В принципе, тогда специалисты могут, приобретая эту флешку, зайти также в раздел «Дети с ТНР», и тогда уже, конечно, вы можете тоже разработать безболезненную программу. Далее вы смотрите по ПМПК, какие специалисты прописаны помимо учителя-логопеда. Может быть, ему нужен тьютор, дефектолог, психолог. Давайте отметим. Вы можете всех отметить, я сейчас отмечу два. Посмотрите, в установочных данных все вопросы посмотрите, все ли вы отметили, все ли поля отметили, потому что, чтобы перейти на вторую страницу, вам нужно отметить все поля. Обязательно нажимайте клавишу «Сохранить», иначе данные у вас не сохранятся. Нажимаете клавишу «Сохранить» и переходите на вторую страничку. Бонусом данной программы является разработка нескольких документов, и мы сейчас будем об этом говорить. Здесь появляется страничка логопедического представления обучающегося, и вы видите тут клавишу «Сохранить представление». Вы можете его сохранить отдельным документом. Мы будем об этом сегодня говорить. Поэтому логопедическое представление нужно заполнить. Вы нажимаете клавишу «Заполнить» и выбираете, куда требуется логопедическое представление. Либо вы его составляете для вашего внутреннего психолого-педагогического консилиума, либо вы делаете представление на ребенка уже на психолого-медико-педагогическую комиссию. Мы все прекрасно знаем, что с 9 сентября 2019 года на основании документа Министерства просвещения за номером Р-93 у нас переименован наш психолого-медико-педагогический консилиум просто психолого-педагогический. Для тех, кто этого еще не знает, пожалуйста, ознакомьтесь с этим документом. Давайте представим, что мы заполняем логопедическое представление для психолого-педагогического консилиума. Появляется данная строка, и далее мы вы видите, уже данные ребенка есть, имя есть, дата рождения есть, класс есть, аббревиатура учреждения, вариант обучения, все есть. И далее мы заполняем, и таким образом у вас генерируется документ логопедического представления, который вы можете потом вывести как отдельно, так и оставить его в составе конкретной рабочей программы, которую вы сейчас делаете. Краткий анализ речевого развития. Когда вы нажимаете, вам выплывают вот такие разные варианты. Если вы видите кружочки, то это одиночный выбор. Вы можете выбрать или это, или это, или это. Это одиночный выбор. Если вы видите квадратики, то тогда здесь у вас дается возможность выбрать несколько вариантов. Но в любом случае, то, что вы отмечаете, оно все у нас появляется. Давайте представим, что здесь речевое развитие было задержано. Но все-таки вот тяжелое нарушение речи привели к этому, поэтому
тему. Мы выбираем, сохраняем, и у нас это появляется. Далее у нас есть вот такие вот варианты, касаемые описания речевой среды и социальных условий. Вы выбираете несколько вариантов. Обязательно присутствует в некоторых местах строка «другое», потому что, может быть, действительно у ребенка наблюдается что-то другое. Поэтому, пожалуйста, вписывайте в свободном окне, отметив вот такой вот галочкой. Но давайте представим, что все-таки социальные условия данного ребенка, именно Пети, благоприятные, что, ну, к примеру, у него двуязычие в семье. Если у родителей имеются нарушения речи, то тогда вы нажимаете эту кнопочку и увидите, что появляется строка. Вы вписываете, каков характер нарушений у родителей. Далее, если вам какой-то вариант не нужен, вы его, естественно, не отмечаете. Если какие-то недостатки есть у близких родственников, пожалуйста. Поэтому в любом случае, если они отсутствуют, вы отмечаете, что они отсутствуют. И двигаетесь дальше. Каков характер развития общей и мелкой моторики? Вы смотрите, например, недостаточно у Пети развита моторика мелких мышц рук. Какая у него ведущая рука? Давайте представим, что он правша и предпочитает работать правой рукой, но неправильно держит ручку. К пятому классу наверняка он уже овладел графическими навыками, но, к примеру, наблюдается у него замедленный темп письма. Поэтому в любом случае можно это отметить. Ну и, может быть, у Пети быстро устают мышцы рук. Поэтому можно вот это вот отметить. Если он беспокойный, отмечаем тот вариант, который действительно нужен, но не забывайте нажимать клавишу «Сохранить». Далее строение артикуляционного аппарата. Вы смотрите, есть аномалии, нет аномалий. Давайте представим, что аномалий нет. Но если вы нажали, что аномалии есть, они тут отметятся, и вы все отмечаете. Давайте представим, что аномалий нет. Но все равно мы характеризуем, какие у него губы. Ну, к примеру, если они обычные, обычное анатомическое строение не нарушено, мы пишем вот здесь, что анатомическое строение не нарушено. Вот, поэтому я просто напишу анатомическое и поставлю многоточие, чтобы занимать много времени. Если вы видите, что у него, к примеру, толстые губы, малоподвижные, или тонкие и вялые, или, может быть, у него есть, не дай бог, наличие послеоперационных рубцов, тогда, конечно, вы отмечаете то, что нужно. Поэтому в любом случае вы, когда клавишу «Сохранить» нажимаете, все у вас остается. И таким образом отмечаете и зубы, к примеру, они мелкие, да, и, может быть, у него есть наличие лишних зубов, может быть, ему нужно посетить ортодонта. Какой у него язык? Если есть какой-то вариант, если у него язык без всякой патологии, тут отмечаете. Давайте представим, что у него язык массивный, поэтому здесь можно это отметить. Твердое небо, как у него развито. Но твердое небо, к примеру, высокое, имеет готическую форму. Мы можем отметить это. Если присутствует расщелина, конечно, вы отмечаете тот вариант, который наблюдаете у ребенка. Мы вам предоставили все возможные варианты, а вы уже отмечаете то, что вы действительно наблюдаете при обследовании. Каков характер развития артикуляционной моторики? Давайте представим, что может быть у нашего Пети наличие выраженных парезов, параличей и нарушений тонуса. Но, к примеру, бывает такое, но можно сделать так, что я возьму другой вариант и отмечу, что он может достаточное время удерживать артикуляционное положение, то, которое вы покажете. Ну и, конечно, в любом случае, если у него недостаточная переключаемость движений, то можете отметить, что у него переключаемость движений нарушена. Все это отмечаете. И таким же образом, вот сейчас вы все видите на экране, я не буду все зачитывать, я могу здесь отметить те варианты, которые могут присутствовать. То же самое вы можете отметить в плане развития устной речи. Я сейчас вот всю характеристику попытаюсь вам поставить некоторые варианты отметить для того, чтобы вы потом увидели, как выглядит характеристика. Но при нашей презентации я не буду отмечать все варианты, я вам потом покажу, каким образом выглядит готовая характеристика. И вы, глядя на нее, поймете, что да, действительно, это очень подробная характеристика, которую вы можете смело предоставить либо
на ППК, либо на ПМПК. Поэтому в любом случае это очень удобный вариант. Вам не нужно изобретать велосипед, вам нужно в любом случае только отметить варианты. Каков характер речевого развития? Вы сразу отмечаете, какая у ребенка речь. Если она невыразительная, то невыразительная. Если она выразительная, отмечаете другой вариант. Если она невыразительная и мало понятна для окружающих, то вы, конечно, это отмечаете. И таким образом, видите, есть несколько разных вкладок: активный словарь, грамматический строй, слоговая структура слова, какие звуки нарушены, присутствует ли звукопроизношение, характер развития фонематического восприятия, доступны ли ему навыки звукового анализа и синтеза, как развита связанная речь, тут очень много разных вкладок, отсутствует ли описание у ребенка той ситуации, которая ему предлагается, или действительно ему это доступно. Либо он с помощью это может сделать, либо он действительно может составить рассказ. Поэтому в любом случае вы отмечаете то, что... Давайте вот представим, что у нашего Пети выпадают некоторые смысловые звенья, когда он пытается понять то, что ему предлагают. Поэтому вот рассказ по серии сюжетных картин как раз он составляет вот именно в этом контексте. И мы как раз будем это вносить в план нашей коррекционной работы. И посмотрите, сколько тут много разных вариаций. Рассказ по серии картин, пересказ текста. Далее мы отмечаем, каков темп и плавность речи. Тут очень много разных вариантов, причем очень подробный, не один, а их может быть очень много. Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание, что вот тут нужно обязательно что-то отмечать. Я сейчас до конца отмечать не буду, я вам покажу, как выглядит готовое логопедическое представление, потому что у нас с вами впереди объемный материал, и я хочу показать, как вы будете работать с данным конструктором. Далее письменная речь, чтение, каков способ чтения, тип ошибок при чтении, какие ошибки допускает и понимает ли прочитанное. Далее у вас в разделе «Заключение» выпадают тоже несколько вариантов. Вы, естественно, отмечаете то, что вы увидели у ребенка, сохраняете и так далее. Да? И хочу сразу остановиться на очень важном моменте. Если вдруг у вас ребенок с интеллектуальными нарушениями, и вы выбрали, к примеру, вариант 1, то тогда вы, или вариант 2, то тогда вы нажимаете «Системное недоразвитие речи при умственной отсталости». Но если же мы взяли ребенка с ТНР на данный момент, да, у которого вариант 5.1, давайте представим, что это у ребенка фонетико-фономатическое недоразвитие речи. Ну и в любом случае, если у него нарушена письменная речь, представим, что у него грамматическая и оптико-пространственная дисграфия. Поэтому тут, в принципе, мы все это видим. И в рекомендациях вы пишете, что рекомендовано посещение занятий учителя-логопеда в конкретном учебном году. Вот это здесь как раз отмечаете. Все, что вы отметили, обязательно должно сохраниться. Поэтому не забываем, дорогие друзья, нажимать клавишу «Сохранить». И когда вы ее нажали, у вас данные сохранились, вот тут есть кнопочка «Сохранить представление». Вы на нее нажимаете, и у вас это представление сохраняется на рабочий стол. Это очень удобная форма. Вот я сейчас не буду его, он у нас в любом случае тут останется. Поэтому давайте мы с вами переходим на следующую страничку и, собственно говоря, начинаем с вами разработку уже конкретной рабочей программы. Мы знаем, что он начинается с титульного листа. Нажимаем клавишу «Заполнить». Ну, естественно, заполняете все поля, какой номер приказа, кто вам будет утверждать, какая должность у человека, который будет утверждать, фамилия, имя, отчество и так далее, какой номер приказа, которым утверждена данная адаптированная программа. И от какого числа. Поэтому в любом случае вы идете вниз. Видите, у нас уже логопед отразился, вариант у нас отразился, класс у нас отразился. Пишите свой город и год, когда вы разрабатываете. Содержание уже здесь отражено готовым блоком. Ничего менять не надо. У вас вот именно, видите, какое подробное содержание? Вот у нас какое подробное содержание у нашего конструктора. И, собственно говоря, будет и у вашей рабочей программы. Далее пошла по пояснительная записка. Некоторые моменты вставлены готовым блоком, поэтому вы уже видите, и нормативно-правовое обеспечение программы тут уже указано. Причем обращаю внимание, что в соответствии с тем вариантом, который вы выберете, у вас будет всплывать разные окна, поэтому, пожалуйста, обратите на это внимание. Устав. Вы здесь вставляете
аббревиатуру вашего учреждения, в котором вы работаете. И далее, видите, у нас уже вариант везде отражается, потому что мы его внесли в установочные данные. Ну и, собственно говоря, вы должны выбрать блоки коррекционной работы, по которым вы пойдете с конкретным обучающимся, поэтому, нажав кнопочку «Выбрать ответ», у вас здесь будет вот таких вот 5 блоков. Вы можете нажать все 5, я хочу, чтобы вы их сейчас увидели все, сохраняете, и у вас эти блоки все здесь открываются. Поэтому мы здесь прекрасно видим, что, начиная с пояснительной записки, естественно, это целевой раздел, у нас есть общая цель, есть общие задачи и специфические задачи. Поэтому общие задачи и специфические задачи мы будем выбирать, когда нажмем вот такую клавишу «Выбрать ответ». Итак, смотрите. Общие задачи, здесь их несколько. Мы видим, что оказывать консультативную помощь родителям надо, педагогам помогать надо. Естественно, это входит в функционал учителей и логопедов. Разрабатывать коррекционную программу надо, создавать условия надо, определять особенности организации коррекционно-развивающего образовательного процесса, ну и, собственно говоря, обеспечивать своевременное выявление детей. Сохраняем. И специфические задачи. Специфические задачи, дорогие мои, варьируются в зависимости от того, какой вариант обучения вы выбрали. Мы выбрали вариант обучения 5.1, поэтому в любом случае мы видим, что здесь уже идет вот таким образом перечисление специфических задач. И последним пунктом является указано формирование универсальных учебных действий. Сразу поясняю для тех, кто этого еще не знает, чтобы вы навсегда это запомнили. Если у вас ребенок с ОВЗ на фоне сохранного интеллекта, то вы формируете у него универсальные учебные действия. Если у вас ребенок с ОВЗ на фоне нарушенного интеллекта, то вы формируете у него только базовые учебные действия. Поэтому вот это вы все увидите, это у вас все отразится. Естественно, если вы хотите вписать еще какую-то специфическую задачу, нажимаете, вписываете, и все у вас это отражается. Кнопочку «Сохранить» не забывайте. И дальше у вас пошла характеристика нозологической группы. Характеристика нозологической группы вставляется автоматически. Вам не нужно ничего выбирать. Здесь мы все заполнили. Нажимаем клавишу «Сохранить» и двигаемся с вами дальше. Итак. Второй бонус данного конструктора – это психолого-педагогическая характеристика, ту, которую может заполнить не только логопед, но и классный руководитель или любой учитель. Поэтому в любом случае нажимаете клавишу «Заполнить», и мы уже видим, каким образом мы это заполняем. Итак, испытывал ли данный обучающийся, а именно Петя Волков, к примеру, да, трудности нахождения в коллективе сверстников? Если он их испытывал, нажимаем клавишу «Да», у нас появляются соответствующие строки. Мы не можем здесь ничего вписать, поэтому давайте просто я покажу, где что нужно отмечать. Я не знаю, какие трудности испытывал Петя. Я не знаю, какие у него особенности поведения. Вы это увидите, поэтому вы это впишете. Какая работоспособность, какое состояние эмоционально-волевой сферы. И далее у вас уже пошла выборка. Он физически развит? Да. К примеру, он достаточно развит. Координация движения у него соответствует возрасту или недостаточно развита? Ну, давайте представим, что он физически развит, но координация движений недостаточно. Мы тоже будем над этим работать. Итак, далее. Очень подробная психолого-педагогическая характеристика. Тоже тут много-много разных вариантов. Поэтому в любом случае я вам просто сейчас покажу, какие присутствуют варианты. Но чтобы вы понимали, каким образом она выглядит, она тоже будет подробная, она будет похожа на логопедическое представление, только с другим наполнением, с более подробным. Но сегодня у нас с вами будет и презентация авторских мониторингов, которые я сюда внесла. Вы их не найдете в сети интернет, но они вам дадут возможность отследить динамику развития конкретного ребенка, поэтому это очень важный момент. Итак, вы можете описать, каковы навыки чтения, как он читает, понимает ли смысл прочитанного, как он отвечает на вопросы по прочитанному. Я некоторые варианты буду открывать, чтобы вы поняли, как он отвечает самостоятельно, с ошибками или односложно, или вообще не отвечает. Ну, представим, что он с ошибками отвечает, поэтому некоторые варианты я вам все-таки отмечу. Вы уже принцип
составление психолого-педагогической характеристики поняли, и в любом случае, когда вы выбираете какой-то конкретный ответ, он у вас отражается. Но не забывайте нажимать клавишу «Сохранить». И здесь очень хорошее наполнение. Также отражено, пересказывает ли он содержание, умеет ли заучивать наизусть. И помимо навыков чтения, также мы характеризуем навыки письма и так далее. Математические навыки. И в любом случае здесь еще есть и отражение психолого-педагогических особенностей ребенка. Насколько развиты все его психические процессы, внимание, восприятие, память, мышление, ориентировка в пространстве и так далее. Поэтому в любом случае вот это очень важно. И речевые навыки. Когда вы каждый вариант будете выбирать, у вас будет отражаться ответ. И в любом случае тут есть как два варианта, так и несколько. Поэтому вы, конечно, можете в любом случае выбирать какой-то вариант, и когда у вас будет какая-то тот момент, который не всплывает у вас в окне, ну, к примеру, у вас нет такого, у вас всегда есть дополнительная строчка, которую вы можете заполнить. Итак, когда мы можем сделать ему какую-то характеристику и обязательно отразить еще, раз это психолого-педагогическое, обязательно отразить, как он относится к труду, к обучению, какой он позитивный или нет в отношениях с педагогами и специалистами коррекционно-развивающего профиля, вы уже, наверное, поняли, что не только. Это могут быть один или два варианта обучения, но одного нигде нет, либо два, либо больше. Тут есть, видите, очень много разных подробных характеристик. Поэтому, ну, давайте представим, что наш Петя заинтересован все-таки и доброжелательный. Поэтому в любом случае видите принцип, что это все отражается. И далее. Ага, сейчас я попробую это сделать. Все, да, хорошо. Спасибо большое. Сейчас мы вот это еще свернем. Итак, и смотрите, у нас в любом случае психолого-педагогическая характеристика авторская, поэтому она очень подробная, и вы можете в любой момент с использованием конструктора на любого обучающегося внести данные и заполнить психолого-педагогическую характеристику и также вывести ее отдельным документом. Поэтому посмотрите, какая она подробная и какие у него есть нарушения, как у него развиты умения и навыки, какие трудности у него возникают, как он умеет общаться, может ли выполнять какие-то трудовые поручения. И, собственно говоря, если есть у него какие-то особенности, мы здесь их все отмечаем. И уже в конце, смотрите, вот характеристика кончается. И когда мы заполним эту страничку, я скажу, каким образом эту характеристику можно получить. Далее у вас отражаются принципы и подходы проведения коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда. Мы же видим, что уже мы идем по конкретному пути, мы идем по конкретному варианту. И, собственно говоря, учитель-логопед всегда в своей работе придерживается нескольких принципов коррекционно-развивающей работы. Их много, и мы решили вывести их в всплывающем окне все. Видите, какие они подробные? Вы можете отметить как все, так и несколько. Вот, к примеру, я буду отмечать, ну, практически все. Поэтому, смотрите, более подробное получается. Вот я их сейчас как отмечу. Здесь, если квадратик, то значит, у вас есть возможность не один вариант выбрать. Поэтому вы сохраняете и сразу видите, они у нас автоматически сгенерировались в нашу рабочую программу. На основе данных принципов реализуются общедидактические и специфические. Общедидактические принципы мы уже увидели наверху, а вот специфические, которые соответствуют конкретному варианту обучения, у вас будут в всплывающем окне. Раз уж у нас ребенок с ТНР, поэтому давайте посмотрим, что можно. У нас реализуется несколько принципов,
специфических, и мы у ребенка формируем как культурно-гигиенические навыки, так и используем системный подход к работе, комплексный подход к работе, ориентируемся на личность каждого обучающегося. Ну вот я, к примеру, хочу отметить все, потому что я хочу опираться на все специфические принципы и учитывать их в своей работе. Далее у вас появляются очень интересные варианты документации учителя-логопеда. И следующий бонус нашей программы – эти разные документы можно вывести как отдельно, так и оставить в составе рабочей программы. Вот это следующий, который будет у вас отражать этап реализации коррекционно-логопедической программы. Это своеобразная табличка. Вы видите, что учитывается и первичное, и вторичное логопедическое обследование. Если у вас есть промежуточный мониторинг, вы учитываете, и, конечно, мы будем сегодня о нем говорить. Но представьте, по каким этапам проходит планирование нашей работы. Конечно, мы сначала собираем и анализируем информацию. Как мы будем эти результаты отражать? Не надо ничего придумывать. Вы нажимаете на эту клавишу, вот, к примеру, «Выбрать ответ», и вот она у вас появляется. Мы оцениваем контингент обучающихся, мы определяем специфику их особых образовательных потребностей, оцениваем образовательную среду и нашу материально-техническую базу. И у вас автоматически все генерируется. Очень удобный формат. Далее мы планируем нашу работу и, конечно, думаем, что ж мы будем делать. Ну, естественно, отмечаем разные варианты обучения. Конечно, коррекционно-развивающая работа стоит на первом месте, но и профилактической работой мы будем тоже заниматься. Ну и, конечно, самая главная наша цель – это социализация данной категории детей. Естественно, вы можете в окне отметить другие даты, если вы что-то планируете в другом формате, но и, естественно, можете оставить то, что мы вам предлагаем январь и май, как это традиционно бывает. Далее у вас появляется следующий раздел – планируемые результаты освоения коррекционной логопедической программы. Мы знаем, что у нас, если у ребенка есть какое-то ограничение на фоне сохранного интеллекта, то у нас предусмотрены некоторые планируемые результаты, а именно три варианта – личностные, предметные и метапредметные. Но, уважаемые коллеги, я хочу уточнить и попрошу вас не забывать, что если у вас ребенок с ограниченными возможностями здоровья на фоне нарушенного интеллекта, тогда у вас блока метапредметные результаты не будет. У вас будут только личностные и предметные. Но все-таки здесь уже в готовом виде эти предметы, эти результаты у вас вставлены. Но каким образом мы можем по конкретному модулю планировать еще результаты? Посмотрите, вот у нас здесь несколько вариантов. Мы их отмечаем, и они у нас здесь отразились. Но по каждому модулю у вас открылись окна. Поэтому вы выбираете по первому модулю, смотрите, очень подробные здесь вот планируемые результаты. Поэтому, пожалуйста, выбирайте то, что вы хотите сформировать у ребенка, к чему вы стремитесь, и они у вас автоматически отражаются. Дальше, хотите обогатить и активизировать словарный запас? Пожалуйста, отмечайте то, что необходимо ребенку. Поэтому это очень удобная форма. Сохраняем, все отражается. И так по каждому модулю. Вы можете выбрать не все модули. Если вы выберете, к примеру, два модуля, то ну, давайте оставим вот три. Тогда один у нас уйдет, вы видите. То есть, естественно, отражается то, что нужно. Поэтому, смотрите, в плане коррекции и развития лексико-грамматической стороны речи у нас очень подробное. Видите, сколько планируемых результатов? Поэтому, пожалуйста, выбирайте то, что необходимо и на что нужно обратить внимание. Ну вот, к примеру, я тут выберу то, что необходимо Пете. Ну и последнее, коррекция и развитие связанной речи, навыки коммуникации. Поэтому, пожалуйста, посмотрим, что мы хотим у Пети сформировать. Вот. Я сейчас не буду характеризовать каждый пункт, потому что все-таки у нас с вами время ограниченное, но я хочу вам сегодня успеть дать весь четкий алгоритм работы с данным конструктором. Дорогие друзья, не забываем на каждой нашей ступеньке, на каждом нашем шаге нажимать клавишу «Сохранить», иначе все, что вы на этой странице отметили, не сохранится. Сохранять. И тут есть клавиша «Сохранить представление». В любом случае,
что вы можете психолого-педагогическую характеристику тоже сохранить. Это очень важный момент. Но все-таки она у вас в общем контексте будет, и вы можете ее скопировать и вывести отдельным документом. Далее мы переходим с вами к содержательному разделу. И когда мы переходим к содержательному разделу, мы в любом случае начинаем его заполнять. Вот здесь как раз мы подошли с вами к самому интересному, к тому, чем интересуются все педагоги. И говорят, каким диагностическим инструментарием пользоваться, какие брать мониторинги, а какие мониторинги могут дать нам полную, достоверную, актуальную информацию. Вот здесь мы вам предоставили очень подробные мониторинги, которые вам помогут отследить динамику развития обучающихся 5, 6, 7 классов. Нажимаете клавишу «Заполнить», и в любом случае видите, что тут несколько мониторингов. Мониторинг речевого развития детей, который определяет уровень речевого развития по некоторым показателям. Мы видим, что эти показатели у нас высветились. И представьте, что ребенок только пришел. У нас стартовый мониторинг, поэтому мы должны определить, насколько у него развито. И в любом случае, если это звукопроизношение, вы отмечаете, нарушены ли группы звуков, или у них отслеживается нарушение звукопроизношения в плане слабой дифференциации. Может быть, он правильно и четко произносит. Поэтому выбирайте, пожалуйста, любой вариант, но представим, что нарушены. Далее, фономатическое восприятие. Ну, представим, что он не различает фонемы. На старте. Ну, собственно говоря, это план нашей коррекционной работы. Слоговая структура. Ну, не будем говорить, что она грубо нарушена. Представьте, что он допускает ошибки. Дальше. Лексика. Ну, представим, что недостаточное развитие активного словаря. Грамматический строй. Ну, представим, что он затрудняется в образовании глаголов при помощи суффиксов. Но я считаю, что если вдруг мы начинаем работать, и у нас пятый класс, и, может быть, он не получал логопедической помощи, поэтому давайте представим, что он не различает грамматические формы, мы будем его этому обучать. И связанная речь. Ну, представим, что он все-таки не может составить рассказ, потому что он не различает грамматические формы. И самое интересное, коллеги, у нас появляется график. И из-за того, что вы отмечаете баллы, у вас автоматически генерируется график. И всегда возникает вопрос у логопедов, как показать динамику развития конкретного ребенка. У нас безоценочная система. Но вот здесь очень удобная форма. Вы эти графики можете распечатать, как в цветном варианте. Лучше, конечно, в цветном, потому что они будут на определенном этапе разным цветом отражаться. Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание, это очень удобная форма. Дальше у нас появляется следующий мониторинг, определение уровня сформированности устной речи, и дается другой мониторинг, которого нет в сети интернет, он есть только в нашем конструкторе, и есть, естественно, описание, интерпретация результатов, то есть в любом случае, как вы будете эти результаты отмечать. 0 баллов – это значительное отклонение, 1 балл – незначительное, и 2 – это норма. Но представим, что он же у нас на старте, поэтому давайте вот что представим, что у него строение все-таки у него анатомическое строение, к примеру, незначительное, но есть некоторые нарушения. Ну вот темпоритмическая деятельность страдает, произношение звуков, к примеру, страдает. И я сейчас просто отмечу результаты для того, чтобы вам показать, каким образом это отразится. Вот так это отразится на старте. Далее вы будете проводить этот мониторинг в середине учебного года и в конце учебного года, и у вас появится разного цвета 3 графика, которые вы можете сравнить и показать динамику развития конкретного ребенка. Что вы делаете дальше? Если у вас у ребенка нарушена письменная речь, а как правило она нарушена, вы выбираете, нужна ли вам диагностика письменной речи. Если вы нажимаете «Да», то у вас сразу появляется мониторинг. Если вы нажимаете «Нет», у вас этот мониторинг пропадает. Очень удобная форма. Ну, давайте представим, что тоже нам нужно отследить динамику развития письменной речи. Поэтому, пожалуйста, нажимаем, и у вас
появляется следующий мониторинг. Есть ли отклонение, есть ли незначительное отклонение или норма. И у вас очень много диагностических показателей. Смешивает ли ребенок буквы по оптическому сходству? Мы с вами видели, что да, действительно у него оптико-пространственная дисграфия. По акустическому сходству мы отметили, что у него акустическая дисграфия, поэтому тоже отмечаем. Ну, представим, что здесь есть незначительные ошибки на почве нарушения языкового анализа и синтеза, что у него есть аграмматизмы, ну и, собственно говоря, орфографические ошибки. Посмотрите, в каждом мониторинге есть график. Это очень удобная форма. Любой комиссии, в любой отчет вы можете эти графики вставить и также в индивидуальный кейс коррекционно-развивающего сопровождения этого ребенка. Ну, то есть это папочка, когда вы заводите документацию на конкретного ребенка. Далее. Для обучающихся основной школы, а конкретно это обучающиеся 5-7 классов, мы вам предоставили очень хороший бонус, результаты которого будут вноситься в аналитический отчет. А я раскрою вам небольшой секрет, я хотела вам сказать позже, но все-таки я вам это скажу сейчас, на данном этапе, потому что все результаты мониторингов будут сравниваться. И у вас данные детей будут сохраняться, потому что сейчас заполняем на Петю, дальше у вас там будет Вася, Маша и так далее. Вы будете заполнять странички на разных детей, и все эти данные будут у вас автоматически сохраняться в аналитический отчет. И когда придет время учителю-логопеду составить отчет за конкретное полугодие или за учебный год, вы нажмете клавишу «Создать отчет», и у вас автоматически отчет сгенерируется. Это очень удобная форма. Вам не нужно будет составлять отчет, вы будете пользоваться данным интерактивным конструктором. Поэтому, дорогие мои, все для вашего удобства, потому что запрос был большой, пожеланий было много, и мы постарались учесть все пожелания. Давайте представим, что нам нужен мониторинг предметных умений и навыков. Поэтому нажимаем клавишу «Да». И смотрите, какой он подробный. Вот какой он большой и подробный. И у вас уже вся диагностическая работа на вашем интерактивном конструкторе. Поэтому очень удобная форма, не надо ничего искать. Результативность более чем широкая. Поэтому я сейчас просто отмечу некоторые варианты для того, чтобы вы могли увидеть, каким образом построен будет график. Вы, естественно, каждую строчку оцениваете. К примеру, умеет ребенок учиться, ну, например, там, может он, доступно ему обучение работать в данном темпе. Возвращаетесь в интерпретацию, выбираете то, что соответствует ребенку на данный момент, и отмечаете. Я сейчас отмечаю для того, чтобы вам показать, каким образом будет у вас отражаться это в графике. Поэтому, пожалуйста, сейчас обратите внимание, пока я отмечаю, вы следите за содержанием. Смотрите, какой подробный. Тут очень много разных направлений, поэтому в любом случае, когда вы это отметите, у вас будет уникальный график, очень подробный. И когда вы проведете этот же мониторинг в середине учебного года, а потом в конце, у вас будет сравнительная диаграмма. Поэтому в любом случае, вот мы, смотрите, подошли к знанию наизусть стихотворений. Представим, что если 5-10 стихотворений он знает на достаточном уровне, то, естественно, 10-15 не очень достаточно. И 15-20 тем более пока еще не совсем доступно. Ну и далее отмечаете то, что соответствует ребенку. Посмотрите, какая у нас подробная получилась интерпретация. И это количество баллов у вас генерируется в несколько графиков. Каждый график у вас тут сверху описан. Вы можете как в рабочей программе оставить, так и сделать папочку «Диагностическая работа» и с помощью этого конструктора проводить мониторинг ваших подопечных и сравнивать динамику развития ребенка. Очень удобная форма. И я благодарю тех пользователей, которые нам пишут свои отзывы по предыдущим конструкторам. Но этот мы наполнили еще более подробно, потому что это дети основной школы, и мы сюда внесли еще дополнительно мониторинг предметных умений и навыков. Итак,
Далее мы видим, что уже выборки нет. Мы сохраняем и, естественно, переходим на следующую страничку. И главное, что всегда интересует логопедов, это тематическое и календарно-тематическое планирование. Мы знаем прекрасно, что да, действительно, вот это волнует всех больше всего. Как сделать рабочую программу? Да, она подробная, да, много разных видов документа. Вы не будете ничего придумывать, просто отметите все, что соответствует. Но у вас должно быть тематическое и календарно-тематическое планирование на этого ребенка или на группу детей, у которых вариант 5.1. Но я вам советую вносить каждого ребенка, потому что в любом случае это все будет подсчитываться. Итак, содержание коррекционно-развивающей работы. Вот здесь, дорогие коллеги, оно уникальное. Вся работа и тематическое планирование разбито по блокам. У вас всегда стартовый мониторинг, всегда первичная диагностика и вторичная диагностика. И мы отводим 4 часа в начале учебного года, 4 часа в конце учебного года, по 2 недели на обследование. Ну, как правило, некоторые логопеды работают 3 раза в неделю, но общепринято, что это 2 раза в неделю вы проводите коррекционные занятия. Итак, если вы хотите это заполнить, нажимаете клавишу «Заполнить», и у вас в каждом блоке идет выборка. Вы нажимаете «Выбрать ответ», и у вас есть несколько разных блоков с определенным количеством часов. Если вы сначала хотите взять блок «Коррекцию развития лексико-грамматической стороны речи», то в любом случае сначала можете нажать его, и он автоматически у вас генерируется в вашем календарно-тематическом планировании. Если вы хотите взять другой, пожалуйста, возьмите другой, и у вас отразится другой. При каждом последующем выборе предыдущий уходит, потому что вы его уже выбрали, и его уже в этом перечне нет. 2 раза мы его не выбираем. Поэтому, пожалуйста, отражаем. И, естественно, последний остается у нас только один. Все. И посмотрите, что у нас есть. Далее у вас просто текстовым вариантом содержание программы в той последовательности, какую вы выбрали сверху. И в любом случае у вас эта последовательность отражена текстовым вариантом, все с такими разделами, которые необходимы. И далее календарно-тематическое планирование. Дорогие коллеги, оно уже готовое. Посмотрите, это очень удобная форма. Не буду так быстро идти, но скажу, что в каждом блоке есть возможность определения даты проведения занятия. Вы нажимаете и, естественно, выбираете. К примеру, вы проводите какого, да, там вот в 22-м году это был, может быть, там октябрь месяц, да, и был там, ну, 14 октября. То есть вы можете все это отметить в зависимости от того, в какой день недели вы проводите, сколько раз вы проводите. У вас здесь есть и тема. Посмотрите внимательно. У вас здесь есть после диагностики и тема, и содержание коррекционной работы, и коррекционные задачи. Представляете, что вы из этой выборки практически сделали себе рабочую программу. Если вы выберете ребенка с ОВЗ другого варианта обучения, то у вас будет другое планирование и другие блоки, те, которые соответствуют его возрасту, его нарушению и так далее. Поэтому это очень удобная форма. Если же вы проводите 3 занятия в неделю, дорогие коллеги, здесь есть функция добавления строк. Вы можете нажать плюсик, и у вас выйдет другие, видите, сколько занятий надо добавить в данный блок, столько и добавится, и нумерация автоматически поменяется. Поэтому это очень удобно. Если вам это не надо, то вы убираете. Вы всегда можете внести корректировку и так далее. Поэтому, уважаемые коллеги, я рада, что вы имеете возможность вот таким образом безболезненно разработать как тематическое, так и календарно-тематическое планирование. Посмотрите, сколько тут, соответственно, конкретного варианта обучения разных тем. Естественно, как вы думаете, если 2 раза в неделю, то у нас их, естественно, будет 68. Поэтому если это 3 раза в неделю, добавляете строки, конечно, это будет, и их будет больше. Вот у вас все это уже готово. Нажимаете клавишу «Сохранить», переходите на следующую страничку.
И появляются следующие бонусы, следующие виды документации логопеда. К примеру, вам нужно составить план методической работы. Ну зачем вам что-то изобретать, если вы можете опять обратиться к нашему конструктору? Вы нажимаете клавишу «Заполнить», и у вас некоторые моменты уже отражаются в готовом виде, а некоторые моменты нужно в любом случае где-то отметить. Поэтому посмотрите, практически все готовое. У вас готовый план методической работы на школьном логопункте. Пожалуйста, все подробно отмечено. Готовый план работы с педагогами, что требуется логопеда. Вы уже его отсюда возьмете. Это очень удобная форма. Как вам взаимодействовать со специалистами? Что в результате вы предоставляете в плане отчетности? И далее вы подошли к планированию работы логопеда с семьей. Вот здесь у вас будет выборка, потому что в любом случае вам этот план нужно составить, и вы уже смотрите, какие виды работ вы будете учитывать, когда включаете родителей во взаимодействие. Тут очень много разных видов. Вы можете анкетировать, опрашивать, посещать учебные занятия, предоставлять возможность родителям посещать учебные занятия, консультировать и беседовать. Вот я хочу все выбрать. Сохраняю. И смотрим, кто за это отвечает. Может быть, не только вы, а вы это составляете совместно. И вы считаете, что не только вы будете отвечать, но будет еще за это отвечать классный руководитель, психолог, к примеру, да? Ну, может, еще дефектолог. Давайте вот всех отметим. Они все тут автоматически появляются. Посмотрите, какая удобная форма. Далее. Вы хотите повышать осведомленность родителей об особенностях развития? Ну, конечно. Вы же будете их консультировать, будете им рассказывать. Как вы можете, в каких формах вы можете эту работу проводить? Точно так же анкетировать, посещать, приглашать родителей на занятия, организовывать совместный досуг, родительские собрания, выступать на них, проводить как индивидуальное, так и групповое консультирование, беседы. Можете что-то убрать, пожалуйста. Если вы не хотите организовывать совместный досуг, уберите. И он тут не отразится. И также кто за это отвечает? К примеру, за это отвечаете только вы. Отмечаете и так далее. Вот видите, какая подробная получается. Вот сколько я хочу выбрать. Вот, например, вот совместный досуг я не буду брать, пусть учитель за это отвечает. Но если вы хотите еще организовывать совместный досуг, тогда отмечайте тут и учителя, и, естественно, всех специалистов. И тогда уже здесь совместный досуг добавляете. Все, не нужно вам ничего впечатывать. Вы отмечаете варианты, они автоматически тут появляются. Вы потом просто можете как оставить в этой программе, так и вывести конкретным отдельным документом. Это очень удобно. Далее, вы хотите организовывать регулярный обмен информацией о ребенке? Конечно. Поэтому в любом случае тут могут быть разные виды опросов, анкетирования. И, конечно, могут быть разные виды. Вот тут уже не будем совместно брать досуг. Также вы берете разные формы. И кто за это отвечает? Ну, к примеру, вы же в взаимодействии работаете и с учителем, и со специалистами. Ну, вот всех и отметьте. И далее мы вам предоставили возможность указать те мероприятия, которые вы планируете в плане организации участия родителей во внеурочных мероприятиях. Какие внеурочные мероприятия вы планируете? И у вас должен быть свой план работы, поэтому в любом случае здесь только ответственных отмечаете. Ну, естественно, сами вписываете, что вы планируете. Мы же не знаем, какие мероприятия вы планируете в плане внеурочной деятельности. Сохраняете, переходите к следующему. Появляется организационный раздел. Всегда всех волнует, как описать материально-технические условия, какая документация должна быть у логопеда, нигде не можем найти. Очень много разных вопросов поступает. И тут мы исходили не только из требований, естественно, требования, это важно, мы от этого отталкивались, но и от запроса. Те письма, те вопросы, которые поступали от слушателей и от тех пользователей, которые были, и когда они спрашивали, а когда же все-таки будет у нас конструктор для обучающихся основной школы. Вот, пожалуйста, сегодня мы вам эту возможность предоставляем, очень уникальную. Поэтому нажимаем клавишу «Заполнить», и тут появляется, видите, несколько различных отражение материально-технических условий, как оснащать кабинет, что должно быть в плане документации и так далее. Мы знаем, что кабинет логопеда зонирован, и должно быть несколько зон. Мы их отражаем. Если кто-то этого не знает, пожалуйста, прочитайте. С точки зрения оснащения кабинета, что должно быть? Документация. Нажимаете клавишу
Уважаемые коллеги, здесь подробный перечень документации, какая должна быть у учителя-логопеда. Поэтому, пожалуйста, я вот хочу, чтобы соответственно требованиям нормативным у нас, вернее, у меня, к примеру, на логопункте было все. Пожалуйста, и оно автоматически у вас здесь отражается. Какой должен быть диагностический материал? Какой материал для проведения консультации? Здесь все подробно есть. Методический раздел. Что у вас должно быть в плане методической работы? У вас должны быть вот такие папочки. И все. Вот это, пожалуйста, обратите на это внимание. Они уже тут отражены. И вы как раз на это будете ориентироваться. Если у вас есть другие папочки, пожалуйста, отмечайте. И здесь вписывайте. И тогда уже у вас будет это все здесь отражено. Наглядно-дидактический материал. Мы здесь опирались на особенности конкретной нозологической группы. Если это дети с ТНР, то тогда смотрите, вот сколько всего у вас должно быть. К примеру, есть у вас наборы с наглядно-графической символикой, отмечаете. Есть дидактические пособия, вот те, которые отражают обобщающие понятия, отмечаете. Есть те, которые помогут вам развивать грамматический строй речи, отмечаете и так далее. Поэтому, пожалуйста, вот на это обратите внимание. Здесь есть еще несколько вариантов. Поэтому вот это все, видите, очень подробно отражается. Очень удобная форма, поэтому все, что необходимо логопеду, все есть в этом конструкторе. Пособие для обследования и развития слуховых функций. Да, у меня есть тут и музыкальные инструменты, и серии картин, и сюжетные картины, звучащие игрушки, предметные картинки. Все у нас тут есть. Поэтому в любом случае вы отмечаете то, что необходимо. Ну, к примеру, у меня нет схем слов. Да? Я знаю, что ой, у меня их нет, а должны быть. Хорошо, я их отмечу и сделаю. Поэтому в любом случае очень удобная форма. Оборудование. Оборудование кабинета. Мы здесь вам дали перечень всего, что может быть. Вы отмечаете. К примеру, у меня есть и технические средства, и измерительные приборы, и средства обязательно, кстати, для санитарной обработки инструментов, потому что вы пользуетесь зондами и так далее. Вспомогательные средства, сами зонды. Ну, естественно, вот эти у всех есть. Нет, если у вас вибрирующего зеркала с подсветкой, не отмечайте. Но знайте, что да, его желательно иметь. Поэтому в любом случае отмечайте. Компьютерные программы. Если вы ими пользуетесь, то тогда вписывайте, какие. Если вы ими не пользуетесь, уберите, пожалуйста, и оно у вас не отразится. Мебель. Тоже точно так же отмечаете все, что есть в кабинете учителя-логопеда. Настенное зеркало, да, обязательно должно быть, обратите внимание. И дальше у вас график организации образовательного процесса. У вас готовый график. Вы можете добавлять строки, пожалуйста, все, что вы планируете, можете отмечать, можете убрать. И даже если вы, допустим, диагностика психоречевого развития, и в любом случае, если у вас что-то планируется, то вы оставляете. Если у вас что-то не планируется, можете запросто скрыть. Вот такой функции. У вас останется только то. Поэтому, пожалуйста, очень удобная форма. Можете в готовом виде интерпретировать, добавлять строки, вписывать. Как хотите, это ваше творчество. Мы вам оставили в конструкторе то, что должно быть согласно нормативно-правовой документации. Итак, направление коррекционной работы. В любом случае выбираете, какие у вас должны быть направления. И у вас, вот, к примеру, я хочу, чтобы все 6 направлений я использовала. Я хочу работать правильно. И они у меня вот здесь, смотрите, все отслеживаются, начиная диагностико-аналитическая деятельность. И таким образом вы составите план, годовой план работы. Это очень удобно. Задачи. У вас вот такой перечень, который появится. То есть, представляете, уважаемые коллеги, не только тематический календарь, тематическая, а всю документацию можете разработать с помощью данного конструктора. Поэтому вот здесь вот очень удобная форма. Отмечаете. Я не буду зачитывать каждую строчку. Вы видите прекрасно все, что там всплывает. У нас диагностика, как мы ее проводим. К примеру, у нас и диктант, и беседа. Либо диктант, либо беседа, либо и то, и другое. Я хочу и то, и другое. Все, сохраняю. В какие сроки? И далее предполагаемый результат. Конечно, я хочу и оценивать динамику, и своевременно выявлять, и, естественно, устанавливать причину и характер нарушений. И так по каждому разделу. Посмотрите. И цель, и задача, и содержание. Очень удобная форма. Вот ваш годовой план работы. Вообще очень удобно.
И в любом случае, в какой форме проведения, все отмечаете. И не надо ничего придумывать. У вас все уже есть. Поэтому по каждому направлению, чтобы он был подробный, я хочу просто, чтобы вы сейчас это увидели, какой он объемный. Поэтому в любом случае это у вас будет. Вот таким образом. И, естественно, предполагаемый результат. Поэтому посмотрите, каким образом у нас... И еще осталась консультативная деятельность. Конечно, мы отмечаем здесь. И в каждом блоке есть планируемый результат. Вот это вот очень важно, очень нужно. И также профилактическая деятельность. Она у нас обязательно должна быть, поэтому все эти направления должны учитываться. Без методической деятельности мы не можем обойтись, потому что это в вашем функционале прописано. Ну, естественно, смотрите, в методической деятельности вообще более подробное содержание. Что вы должны делать, где вы должны участвовать и так далее. Поэтому все это можете оставлять. А, вот смотрите, вот какой появился у вас годовой план работы. Вообще шикарная вещь, конечно, он очень подробный. Вы можете отдельно его распечатать, сдать в вашу администрацию. Очень удобная форма. Итак, циклограмма работы учитель-логопед. Всех волнует, как нужно работать, сколько занятий проводить и так далее. Поэтому для вашего удобства мы предоставили вам возможность составить циклограмму с помощью конструктора. Дни недели, по которым вы работаете. К примеру, я работаю все 5 дней. Я их отметила, и у меня уже появилось. Сколько занятий в понедельник? К примеру, у меня 4 занятия в понедельник. Сколько занятий во вторник? 3 занятия. Сколько занятий в среду? Мы знаем, что всего должно быть 20 часов, да, 2 консультативных, 18 часов подгрупповых и индивидуальных. Поэтому, пожалуйста, отмечаем, чтобы вскупе у вас это было. Вот мы выбираем вторник, среда, допустим, там четверг. И так далее, да? Отмечайте столько, сколько надо, ну, к примеру, вот 5. И у вас, видите, какая табличка появилась? От и до. Это время. Пишите, когда она началась, и смотрите, какая у вас подгруппа. К примеру, это подгруппа номер 4. Видите? Очень удобно. И вы в любом случае это отражено уже в зависимости от выбранных часов занятий и так далее. Смотрите, какая у вас появляется вот такая вот подробная табличка. Очень удобно. И дальше вы описываете формы, методы и средства реализации рабочей логопедической программы. У вас вот такая табличка появляется. Коррекционно-развивающая логопедическая деятельность. Какая связь с общеобразовательной деятельностью, самостоятельная работа и коррекционная работа в семье. Естественно, в плане коррекционно-развивающей логопедической деятельности вы выбираете разные вот такие формы. Можете не все выбрать. Вот я хочу, чтобы были все. Я хочу, чтобы у меня очень обширная коррекционная работа была. Как связано? Посмотрите, что нужно делать, что нужно рекомендовать учителям и так далее. Поэтому, пожалуйста, если вы не хотите посещать классные и школьные праздники, не хотите планировать, уберите. Вы хотите планировать, оставьте. И так далее. Самостоятельная работа детей. Какая должна быть? Очень удобно. И коррекционная работа в семье. Смотрите. Что можно рекомендовать родителям? Это очень важно. И остались у нас общие специальные методы и технологии организации коррекционно-развивающей деятельности. Посмотрите, общие методы есть и специальные. Вот общие методы мы можем выбрать и практические, и наглядные, и словесные, а есть еще специальные. И специальные тут сгенерированы так, что они варьируются по конкретному нарушению. Поэтому выбирайте, у нас вариант 5.1, поэтому у вас появляется именно это. Пожалуйста, берите и отмечайте. Но она подробная, поэтому смотрите, может быть, у ребенка есть нарушение на фоне первичного дефекта. Может, у него есть сочетанные нарушения, поэтому мы внесли тут много разного. Может быть, ребенок был после кохлеарной имплантации, и он первоначально был слабослышащий, а дальше у него уже вот такие речевые проблемы возникли. Может быть, у него неправильно установлен вариант адаптированной программы, неправильный образовательный маршрут. Поэтому вы составляете на него разного вида документацию и отправляете его заново пройти процедуру по МПК для того, чтобы ему определили правильный дальнейший маршрут. Ну вот, к примеру, я вот это брать не буду, да? Ну и дальше уже отмечаете то, что необходимо. Пожалуйста, у вас все отражается. Заполнили,
Сохраняем, иначе такое подробная такая выборка не сохранится. Сохраняем и переходим дальше на последнюю страничку. Это мониторинг речевого развития обучающихся с ОВЗ. Естественно, что мы тут видим? Мы же должны заполнить. Помните, стартовый мы отметили, у нас графики появились, а вот уже в конце первого полугодия и итоговый мы заполняем. Если у вас это зима, полугодие, заполняйте только первое. Только первое. Например, были нарушены все основные группы звуков, а теперь, может быть, у него уже динамика пошла. Поэтому, пожалуйста, отмечаем. И в конце уже правильное, отчетливое произношение всех звуков. Пожалуйста, он все уже четко произносит. И так в каждом разделе. Смотрите. Уже динамика у вас есть, вы это отмечаете. Нет динамики, может и не быть ее, вы не пугайтесь, потому что могут быть много разных причин. Это может быть регресс в плане приема каких-то препаратов. Вы можете в любом случае увидеть, что вот полгода прошло, динамики никакой нет. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание на то, что действительно это может наблюдаться. Вы, пожалуйста, ставьте адекватную оценку. Я сейчас, к примеру, проставлю, чтобы вы понимали, что да, действительно, вот такое есть. Лексика, к примеру, у него, не то, что там лепетные слова, а пассивный словарь, допустим, превышает активный. Вот вы это заметили, да, и отметили баллы. А тут у него, допустим, уже динамика появилась, и вы планируете в шестом классе с ним продолжить, да. Поэтому в любом случае, давайте вот помните, он у нас не различал грамматические формы, представим, что сейчас в конце он различает. Дальше уж мы будем стремиться к большой динамике. Не мог он составить рассказ, теперь он, допустим, может составить рассказ. Вот у вас появилось. Видите, какое сравнение? И посмотрите, вот у нас как раз появились три графика. Красный – это начало учебного года, желтый – середина, а зеленый – это уже итоговый мониторинг. Вот посмотрите, динамика видна? Видна. Результаты ваши налицо, даже если у вас безотметочная система. Поэтому очень удобная форма. И также по каждому мониторингу. Вы здесь отмечаете в конце первого полугодия, к примеру, в конце первого полугодия и в конце второго полугодия. Вот вы смотрите. Вот я сейчас просто поставлю для того, чтобы вы видели, каким образом сравниваются эти графики. Поэтому нарушены были фономатические процессы. Здесь уже динамика. В любом случае мы обязательно вот это вот смотрим. И очень важный момент. Вот так вот. Поэтому давайте посмотрим вот именно. Вот, видите? И мы видим, что зеленый превалирует, динамика налицо. Потому что сверху написано, что зеленый – это конец учебного года. Даже если вы в черно-белом варианте распечатываете эту программу, я сейчас покажу, как она выглядит. Но в любом случае вы эти графики можете... Я вам советую распечатать все-таки графики в цветном варианте, на цветном принтере, и тогда у вас уже будет тут все видно. Вы, конечно, увидите, что кому соответствует. Но вообще, видите, если цветной вариант, вам, конечно, будет лучше показать это комиссии, оставить для себя именно в цветном варианте. Поэтому я считаю, что некоторые документы можно распечатать на цветном принтере. Определение уровня сформированности письменной речи. То же самое. Смотрите и сравниваете, что было в конце первого полугодия. У нас, к примеру, он смешивал буквы по оптическому сходству, были грубые, а в конце первого полугодия уже динамика. В конце второго полугодия эти ошибки исчезли. И также тут эта проблема была. Немножко осталась акустическая дисграфия. Тоже обращайте внимание, таким образом у вас это может отслеживаться. Вот, пожалуйста, вот у вас ваша динамика. Сразу видно, красное – это начало. Здесь у него пошел регресс небольшой, и вот уже у вас динамика отражена. Поэтому, уважаемые коллеги, все для вашего удобства. Итоговый. Посмотрите. Начало года, середина и окончание года. Легкий график, сразу видно вашу динамику. Все, вы показали динамику вашей работы и кучу документов разработали. Мало того, что рабочая программа есть, еще и очень много документов разработали. И мы от того, что выбрали еще и подробный мониторинг предметных умений и навыков, он у нас появился. Поэтому сейчас я его отмечу, несколько вариантов, и вы увидите, каким образом это у вас интерпретируется. В любом случае вы можете посмотреть, насколько произошла, допустим, произошла динамика. Да? Мы можем вот тут 3, допустим, тут уже появилось 4 и так далее. Поэтому в любом случае, видите, у нас вот таким образом может появиться. Я сейчас попробую некоторые моменты отмечу.
Вот. И в любом случае здесь будет понятно, каким образом произошла динамика. Я просто ставлю сейчас, чтобы вы увидели графики. Естественно, вы будете читать интерпретацию и отмечать то, что соответствует ребенку. Но вот в этом конструкторе все мониторинги, которые вам нужны, не ищите. Распечатывайте их и вкладывайте папку. У вас есть папка «Диагностическая работа». Пожалуйста, все будет прекрасно, у вас там все очень подробно. Поэтому посмотрите, вот таким образом я сейчас немножко перейду вниз. Видите, вот по некоторым вариантам вот они у вас появились. Ну, здесь еще я вот не отметила, да? А вот тут вот я отметила. Видите, все видно. Видно, по каким направлениям, видно, что динамика есть, результативность есть, все прекрасно. Поэтому как раз вы вот тут мониторингом, может, уделите немножечко побольше времени, но все-таки, видите, у нас еще полутора часов не прошло, а мы уже кучу документации разработали. Методическое обеспечение рабочей программы. У вас уже список литературы есть в готовом варианте. Если вы чем-то не пользуетесь, пожалуйста, скрыть, и у вас эта строчка в готовом варианте не отразится. Хотите добавить другой источник, пожалуйста, плюсик, и у вас появится дополнительная строчка. Но обратите внимание, что список соответствует тому нарушению, с которым мы работаем, и, собственно говоря, что мы использовали при планировании, при разработке тематического и календарно-тематического планирования. Вот видите, сколько разных видов документации. Сохраняете и посмотрите. Очень важный момент. Вы нажимаете кнопку, когда дойдете до конца, «Сохранить как докс». Нажали, она у вас сохраняется. Вы берете это и, естественно, вот, ну, к примеру, давайте вот покажем в папке, да, мы ее вот на рабочий стол уберем, да, сейчас вот как-то я попытаюсь вернуться, вот. Мы уже распечатали, сейчас я вам покажу, как она выглядит. Теперь мы уходим назад, ищем педагогов, посмотрите, мы только на Петю заполнили, а у вас может быть Петя, Вася, Маша и столько детей, сколько у вас на логопункте. И здесь мы переходим на педагогов. У нас есть Марья Ивановна, которая все это делает. Естественно, мы открываем Марью Ивановну. Мы заполнили только на Петю, а у нее может быть и Петя, и все что угодно. Пожалуйста, вот берем и отмечаем. Отмечаем Петю. Если будет еще 30 детей, еще отметим 30 детей. И появляется кнопка «Создать отчет». И у вас появляется годовой отчет. Либо за первое полугодие, либо за учебный год. Видите, все подробно. Вот он у вас годовой отчет. Почему тут только вот такие диаграммы? Ну, потому что мы еще не отметили других детей. Если вы других детей будете тут отражать, у вас они заполнятся, данные на них, и появятся другие диаграммы. Поэтому вот такой вот подробный получился у вас отчет. Очень удобная форма. Поэтому, пожалуйста, в любом случае, если тут у вас на фоне сохранного интеллекта, то здесь не появится на фоне нарушенного. Если вы еще работаете с другими вариантами, с нарушенным интеллектом, у вас появится диаграмма, и сразу будет видно, кого больше у вас. Детей с УВЗ на фоне сохранного интеллекта или на фоне нарушенного. Очень удобно. И точно так же сохраняете отчет как докс. То же самое у вас этот отчет вот сохраняется как докс на рабочем столе. Очень удобная форма. Но хочу вас познакомить еще с несколькими документами. Итак, логопедическое представление, то, о чем я говорил, надеюсь, что всем видно, да? Вот у нас подробное представление, которое уже генерируется в готовом виде. Посмотрите, какое оно подробное. Тут много разных. Все, что вы отметите, все уже тут будет. Поэтому, пожалуйста, вот видите, у вас тут все уже есть. Это образец. Далее, аналитический отчет. Вот у вас аналитический отчет, к примеру, за полугодие. Я просто вам предлагаю образец, тут другой вариант, я просто вам предлагаю. Вот несколько вариантов, и в любом случае у вас это появляется. Мы тут отметили и нарушенный интеллект, помните, я вам говорила, поэтому в любом случае все по результатам. И за учебный год. Вот, пожалуйста, тут уже будут другие направления, другие данные,
И поэтому и диаграммы будут разные. У вас вот эти вот столбики будут разные в зависимости от тех данных, которые вы заполняете. Здесь может быть 100%, здесь 70%, здесь 50%. Поэтому в любом случае это очень подробный отчет. Уважаемые коллеги, ну вот такая у нас уникальная программа, так скажем, да. Я вообще, кстати, очень рада, когда предоставляют, присылают письма и говорят, что, конечно, вот помогает, мы очень рады. Конечно, это был титанический труд. Вот это уже пятый интерактивный конструктор, который вместе с компанией Immersive лично я презентую. И что хочу сказать, что в любом случае у вас, если вы пользуетесь конструкторами и работаете с разной возрастной категорией в школе, то тогда вам они нужны, конечно, как конструктор индивидуального маршрута, если вы логопед, конструктор рабочей программы логопеда в начальной школе и в основной. Мы будем дальше двигаться, потому что идут письма и идет запрос на разработку таких же конструкторов для основной школы, для дефектологов и для психологов. Но все-таки, учитывая то, что это очень объемная работа, и я благодарю компанию Immersive за предоставленную возможность, лично благодарю Виталия Владимировича Бардалима и Екатерину Александровну Суслову, потому что это те люди, которые действительно уникальную возможность дают специалистам. Команда технических работников, они, конечно, честно скажу, делают невозможное. Как они это делают, я до сих пор понять не могу, потому что я предоставляю то, как это нужно для пользователя. Они, конечно, вам это все делают для вашего удобства. Вы взяли флешечку, загрузили также дома и можете дома работать. Как на работе, так и дома. Это очень удобная форма. Поэтому, уважаемые коллеги, вот сегодня я в более доступной форме попыталась вам рассказать подробный алгоритм. Если у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, либо пишите на портал Immersive, либо, Екатерина Александровна, пожалуйста, еще раз продублируйте электронный адрес в чат, чтобы записали. Присылайте свои вопросы, я буду рада на все вопросы ответить. Но вот сейчас как раз я хочу большое, предоставить прямо слово Екатерине. Да, пока не выключайте, значит, свой материал, потому что, ну, вопросы были. Вообще с большим вниманием специалисты слушают. Многим это надо. Я хочу еще раз пояснить, да, что логопед работает в школе. И в школе что? Это класс таких детей? Или это инклюзивная школа? Еще раз поясните. Какому специалисту понадобится? Это может понадобиться учителю-логопеду первоначально, но учитель-логопед может прийти как в коррекционный класс, так и в инклюзивный класс, так и в ресурсный класс и разработать программу как на конкретного ученика, так и на группу детей конкретной нозологической, вот конкретного нозологии. Поэтому в любом случае это пригодится абсолютно в любом инклюзивном режиме, поэтому это очень удобно. Да, потому что я слышала, что речь шла о детей с тяжелыми нарушениями речи, о детях с ОВЗ и даже с проблемами с интеллектом, то есть настолько вот индивидуальный подход выделен в этой программе. Каждый ребенок учтен со всем его, значит, набором возможностей. Если другой вариант обучения, то тогда, конечно, выбирает педагог другой вариант обучения, например, нарушенный интеллект, вариант 1 или вариант 2, да, и поэтому в любом случае выбираете, и у вас уже все идет по другому пути, да, по-другому. Потому что здесь столько путей, сколько нозологических групп, сколько вариантов обучения, очень подробно. В этом основная фишка. Все, исходя из ваших личных особенностей этих детей, открываются заранее заложенный туда материал, да, что для одного ребенка одно оборудование и программа, конечно, для другого другой, и все это уже есть. Да? Там вас только интересует, как нужно выбрать. Большой вопрос, количество вопросов, есть ли такая программа для дошкольников, но мы многократно ее показывали. Для дошкольников также есть отдельный конструктор рабочих программ. Затем, Елен, спрашивают, с учетом ли в ГОС второго или третьего поколения разработана программа, Елена? Да, конечно, мы их перечисляли тоже в нормативной документации. Да, конечно, потому что в любом случае это мы учитывали. Так, дошкольники, вот тут Вероника спрашивает, как работать с неговорящими аутистами и детьми с ТНР. Тут, Вероника, я вас могу пригласить на курс Косиновой по неговорящим детям, который мы сейчас набираем, и он у нас будет в апреле. Любовь спрашивает, чем отличается ИОМ от индивидуальной АОП? Требования в инклюзии именно АОП писать на каждого с ОВЗ совместно со всеми специалистами.
надо. У вас есть? Вот как раз у нас и есть адаптированные программы. Вы можете учитывать других специалистов, потому что когда мы будем сейчас планировать дальнейшую свое взаимодействие, да, то мы можем разработать для специалистов основной школы, ну, для логопедов уже есть у нас, для дефектологов и психологов. Могут они принимать участие в этой разработке? Вы же видели, что очень подробная документация, и как тематическое планирование, и календарно-тематическое вы можете варьировать, так и они могут использовать очень много разных видов документации. И мы же их отмечали, как вы помните, в разных табличках мы отмечали и других специалистов, тоже. Но что касается и ИОМа, и адаптированной программы, то как раз вот эта адаптированная рабочая программа на конкретного обучающегося или на конкретную группу. То есть это не та адаптированная основная общеобразовательная программа, которая составляется на всю ступень образования, и это функционал руководства школы. Но в любом случае это уже адаптированная рабочая программа для вашей ежедневной работы. Поэтому обратите на это внимание. Вы говорили про ООП, вот, пожалуйста, я вам отвечаю на этот вопрос. Я, конечно, даже заметила, подчеркнула для себя, Елена, что даже не все специалисты знают вот эти нюансы, что должно быть в оборудовании, какие должны быть учтены материалы. А здесь это все прописано, да, и это позволяет специалисту узнать об этом и пополнить, так сказать, свой багаж инструментов для кабинета, для работы с этими детьми. Очень много благодарностей, какой ценный материал, как замечательно представлен. У вас красиво, спасибо. Было приятно слушать. С учетом в ГОС мы ответили, по дошкольникам сказали, у нас есть программы, коллеги, все есть. Где найти этот конструктор, Екатерине Анатольевне, я сейчас подробно сообщу. На какое количество обучающихся рассчитан конструктор? Елена сказала, вы можете заводить любое количество. Да, вы можете туда вносить данные, эти данные будут у вас автоматически генерироваться в ваш аналитический отчет. Значит, Эльвира помогла нам ответить на вопрос, флешкой может пользоваться только один логопед, то есть она индивидуальна? Нет, нет, несколько могут, мы же вносим несколько педагогов туда. Если у вас, к примеру, два или три логопеда, вы вносите двух или трех логопедов. И когда вы разрабатываете, как я вам уже говорила, видите, вот педагоги, у вас только тут Иванова Мария Ивановна, а может еще Петрова, там Светлана Павловна, да, или кто-то еще три логопеда, вносите трех логопедов. И получается, что, Елен, к каждому логопеду прикреплены свои дети, и каждый логопед своих детей описывает. Конечно. Да, но мы должны сказать, что все-таки это должно, получается, происходить на одном и том же компьютере, потому что если я вытащу флешку и перенесу на другой ноутбук, угу, программа эта вся не сохранится, я просто могу организовать своих детей, и на моем компьютере будут вот эти вот дети. Ну, если, допустим, Марья Ивановна работает, она вносит свое, она уже разработала, она же сохранила этот документ. Да, она все разработала, и сохранила, распечатала, и вот ей... Да, и у нас же в вкладке «Дети» этот ученик отразился, вот мы его, пожалуйста, открыли, и на него вот все, да, вот... Мы его открываем и заполняем. Переходим сразу на пятую страницу, заполняем промежуточный мониторинг, как я уже говорила вам, понимаете? Да, а другой специалист возьмет флешку, организует себя как специалиста там, да, и заполнит необходимое количество детей, создаст для себя программу. И еще я так поняла, Елена, хочу уточнить, что можно сделать календарно-тематический план отдельно и распечатать. То есть не нужно, нет все 9 страниц одновременно вот этим блоком распечатать. Нет, если вы заполнили, если вы заполнили, вот смотрите, мы уходим вот сейчас, допустим, да, вот мы открываем, вот у нас работает, ой, господи, сейчас, секунду, сейчас назад я вернусь. Вот у нас, допустим, Марья Ивановна, вот у нас там ребенок, да, и нам нужно на него сделать. Вот мы на него там, допустим, открываем. Установочные данные заполнили, вы переходите на ту страничку, где тематическое и календарно-тематическое планирование. Вот характеристика, вот у нас идет диагностика, а вот у нас идет планирование. Если вы первую страничку заполнили, он вас сразу пустит на шестую. И вы для него заполните. Это здесь уже заполнено на Петю. Мы же на него заполнили. А да, если вы на другого ребенка, у вас будут варианты, те, которые вкладки будут появляться, всплывающие окна. Понятно. Вот я еще раз уточняю для специалистов, чтобы вы поняли, насколько она удобная. Да, что вы можете
взять только вообще один блок, вот от вас требует администрация, вы его и сделали. А другой специалист взял эту флешку, сделал другой блок, который ему надо. Да? Любое количество детей здесь организовано. И еще раз подчеркну, возраст детей из 5, 6, 7 класс, потому что и в этих классах можно дети. Такие дети с особенностями речевыми, да, и они требуют работы. Спрашивает Светлана, дополнять потом можно или заново все заполнять? Нет, информация сохраняется. Конечно. Она вся сохранена. На Петю все один раз. Конечно. Вот видите, мы на Петю заполнили, у него все уже есть, вы видите? Я открыла Петю, и все тут есть на Петю. Да, но если вы пришли завтра, опять эта же флешка, этот же компьютер, вы продолжили работу. Да, да. Вот. Появился новый ребенок, также воспользовались флешкой, также заполнили. Алена, попрошу сейчас выключить свою демонстрацию экрана. Я ее в себя включила. Коллеги, потому что были вопросы, как этим всем воспользоваться. Вот, и я сейчас вижу, что наш с вами чат вот здесь. Я его читала внимательно все полтора часа. Эльвира помогает отвечать на вопросы. Поэтому, Эльвир, я потом пришлю адрес Елены, чтобы можно было в рассылке его, наверное, как-то... И коллеги могли действительно задавать вопросы. И вот сейчас вы видите вот эту нашу новинку КРП «Логопед основной школы». Я вам показываю, что она у нас есть на сайте. И вот такая у нее сейчас цена. У меня скидка, наверное, потому что я зарегистрированный пользователь с премиум-подпиской. Вот, вы добавляете к себе в корзину. У нас сейчас бесплатная доставка до 6 марта от 2500. Поэтому вот если она вам нужна, она у вас в корзиночке находится, нажимаете на кнопочку «Продолжить» и дальше заполняете вот свой город. Вот Энгель Саратовской области у нас тут присутствует в большом объеме. Вот у вас идет заполнение, варианты доставки, курьер по выдаче Почты России и дальше в обычном режиме свои данные, способ оплаты и заказ оформить. В течение нескольких дней вам этот заказ будет доставлен тем способом, который вы выбрали. Читая ваши комментарии, спасибо за титанический труд, очень удобно. Спасибо. Великолепно, Лен, поэтому большая благодарность нашей аудитории, потому что действительно спасибо. Там колоссальная и настолько многогранный и удобный продукт у нас получился. И мы, можно даже напомнить, да, что у нас есть и для школьников конструктор рабочей программы, и для логопедов. У нас есть и для дефектологов, тоже Елена разрабатывала. То есть выбирайте тот материал, который вам нужен. У нас есть прямо, видите, вот здесь есть такая вкладка программы. Да, когда я захожу в вкладочку «Магазин», то у нас прямо вот есть программы. Программы. И здесь вот весь наш арсенал созданных программ. Вот КРП, там генераторы, вот все. Школьный дефектолог, да. Да, школьный дефектолог, да. Поэтому, если вы впервые оказались на Мерсибо и вдруг подумали, а что же для меня есть, то тут можно и школьный логопед. Школьный... Вот это начальная школа, школьный логопед, и психолог начальной школы. Да, вот здесь прям подписано, для школьных логопедов надо вот прям... Начальной школы. А там написано на упаковке, да? Да. Поэтому вот все программы у нас здесь на кнопочке программы есть. И конструктор индивидуального маршрута, обратите внимание. Да, да, да. Поэтому если вы видите, что есть возможность вас приобрести, может быть, администрация пойдет вам навстречу, вам нужно такой материал, пожалуйста, все кидайте в корзину, идете в корзину, все это оформляете самым простым и обычным способом. Вот, думаю, что так, наши комментарии, спасибо, все программы Эльвира нам подсказывает. Думаю, на этой мажорной ноте хочу поблагодарить Елену Александровну за труд, за такое прекрасное сотрудничество, которое началось у нас с Еленой просто знакомство в очном режиме, когда я вела курсы когда-то по... Я даже коллегам говорю, сейчас эти курсы уже даже не актуальны, да, вот это все, ИКТ. Настолько все уже подкованы в этой теме. Вот, Елена пришла, поскольку Елена человек, который всегда учится, я понимаю, учится не прекращаясь. Вдруг что-то новенькое, вот, мы познакомились. Видите, оказалось, что человек владеет такой чутко методическим представлением, знаниями, да, которые вот такая счастливая возможность воплотить, поделиться с вами, коллеги. Поэтому приобретайте наши программы. Пишите Елене, если это необходимо, дадим вам ее электронный адрес. Вот. И благодарим вас за ваше внимание, за такую активную обратную связь. Я с удовольствием читала. Надеюсь, на
все вопросы мы ответили, Елена. Да, уважаемые коллеги, если вы хотите, чтобы компания Мерсиба организовала курс повышения квалификации на конкретную тематику, вы тоже пишите на портал Мерсиба свой запрос, что вы хотите услышать в плане вашего профессионального развития. Да, мы это все учитываем, и исходя из этого как раз и строим свои программы. Вот, поэтому сегодня, на сегодня мы считаем нашу задачу выполненной, познакомили вас с новыми материалом конструктора рабочих программ «Логопед основной школы», как и чем заниматься с детьми 5, 6, 7 класса, с детьми с тяжелыми нарушениями речи или с детьми с ОВЗ. Mm-hmm. А сейчас такая ситуация, что логопедам приходится с этим иметь дело, так же, как и психологам, и дефектологам. И все направлено, все материалы Мерсиба направлены на то, как помочь детям и облегчить труд специалистам. Заполняйте сертификат, чтобы я не забыла вам сказать. Вот он, коллеги, чтобы у вас была отметка о том, что вы прошли этот замечательный вебинар. Вот здесь все заполните, мы с вами тут знакомимся. И кнопочка «Отправить» поможет вам это все сохранить. Вот, значит, про сертификат сказала. Бесплатная доставка сейчас от 2,5. Приглашаем вас в наш телеграм-канал, все как обычно. Да, и электронный адрес еще продублируйте, пожалуйста. Я сейчас просто включу демонстрацию экрана, Эльвире сброшу адрес. Вот. В любом случае, те, кто очень интересуется, они прямо у нас спрашивают, и мы перенаправляем либо вопрос Елене, либо даем адрес. Ну, я еще раз хочу поблагодарить всю команду, профессиональную команду Мерсиба за предоставленную возможность делиться опытом. Вообще за сотрудничество я очень ценю наше сотрудничество и надеюсь, что согласно вашим запросам мы будем разрабатывать новые интерактивные продукты для вашего удобства, для вашей комфортной работы. Так и есть. Спасибо за внимание, коллеги. Спасибо, Елена. Благодарим всех и прощаемся. До свидания. До свидания.